Привет! Сейчас я вам покажу самую классную штуку, которую можно лицезреть в деревне. Это баня по-черному. Я знаю, что многие уже привыкли и отвыкли от таких вот тем, как баня по-черному. Все уже привыкшие к финским, там, чистеньким. Мы вот любим баню по-черному. То есть вот такая процедура. Здесь стоит у нас... Так, сейчас все запотело. Так. Что у нас тут? У нас стоит чан с водой. У нас тут каменная лежанка. Вот это самая тема. Полок. Да, он черный. Если вот так присмотреться, он как бы сажу оставляет. Но это сейчас все промывается. Камни проливаются водой. Вся эта гарь уходит. И баня будет готова. Люди... Баня по-черному — это просто песня. Таких ощущений, как в бане по-черному, нет больше нигде. Здесь дышится даже по-другому. Завтра я вам утром покажу, как она выглядит снаружи. Внутри она выглядит черная вся. Куда ни коснешься, везде черный. Но кайф не в том, чтобы в ней просто посидеть, а именно попариться. Она топится сколько? Сколько, Лёх, ты ее топил зимой? Почти 3 часа. 3 часа топится, натапливается, потом все это вот так вот смывается. Главное ни к чему не прикасаться. Обязательно нужно пролить камни и жаровню, потому что если не пролить хорошо, то можно подугореть. Вот как-то так. Ну, естественно, полок это все смывается, ручка промывается. Главное дверь рукой вот так вот не трогать, а то будет черно. Вот где-то пошоркался, все равно чистый. Здесь прям кипяток, кипяток. О, прям. Ах, запах шикарный. Предвкушение вот два. А порует-то полок как. Реально. Словами и видео не передать, насколько... аромат прям шикарный. Ни одна финская баня не сравнится. Сейчас еще березовый веник запарим. И попаримся в бане по-черному. Таких бань в деревне 2 всего лишь. И то вторую построили не так давно. Построил ее Лехин сын. Сказал, все вот эти бани с печками — это не то. Вот баня по-черному — тема. Да, знаю, 100 раз повторил: баня по-черному, баня по-черному. Но какой-то такой я и есть. Поэтому не судите строго. Витек тот вообще только из-за бани приезжает в деревню. Ничего не надо, кроме бани, да? О, баня — это волшебная штука. Я вот сам родом из Украины, у нас вот такой темы вообще нет. То есть у нас есть обычные бани, вот как финская, либо обычная на дровах. Ну, чтобы вот так вот, у нас такого нет. Зимой, да, ее надо натопить хорошенько, а летом она до 2-3 суток держит тепло. Конечно, париться в ней не получится на 2-3 сутки, но тепло оно будет хорошо держать. На северах люди так и живут. Сначала топят, парятся, потом выгоняют влажный воздух, и все, и ночуют в этих банях. Есть такие дома. Ладно, завтра обойдем баню вокруг и посмотрим, как она выглядит и как она построена. Все, смотрите, не переключайтесь, будет интересно.
Итак, друзья, как и обещал, рассказываю, как устроена баня по-черному. 12 венцов на фундаменте наливном. В данный момент она топится. То есть приоткрытая дверь, брусочек стоит. Там все в дыму. Чан нагревается. Ничего сложного. Вот таким способом топим баню. Весь дым лишний выходит через дверь, либо же через приоткрытое окошко. Потом это все закрывается. Ну и дальше в видео вы это все увидите. А прикиньте, самый кайф, когда из бани распаренный выбегаешь и в сугроб со снегом. Снега у нас в этом году маловато. Маловато. По колено, да по пояс. Можно закопаться. На огороде там вообще лучше туда не соваться. По пояс снега. Поэтому как-то так. Баня, друзья, это круто. Выходишь на улице минус 25, а тебе все равно, как будто летом. Но есть один минус. Нельзя быть косяком в бане по-черному. Вот я сейчас веником себе так хлыстал, что вода попала на лампочку, лампочка лопнула. Поэтому я еле выбрался оттуда. Ну, как видите, все чисто. До дверей добрался. Ну что, поехали. Что, Витька готов в тазике? Ну, Рыжий, что? Ты уже ведешь прямую трансляцию? Да, мы же снимаем тебя. Ну чё, хейтер, будешь еще писать плохие комментарии или нет? Обязательно. Обязательно? Ну ладно, мы сейчас продолжим твое перевоспитание. Хейтер. Пишите плохие комментарии Сибирской империи, а то будут издеваться над вами так же. Вот-вот-вот. Человек уже понял. Снег, да? Че, метет, да? О, рыбаки там сидят уже. Пойдем посмотрим, кто у нас там рыбачит. Вот тут все семейство. Привет. 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 Как живется самому известному рыбаку в деревне? Привет. О, какая рыба крупная. Ну, зато клюет. Щуклаю. Щуклаю. Ну, я слышал, что ты там вчера три щуки поймал. Мы только приехали. Привет. Ой-ой-ой. Мы приехали просто порыбачить. Приветствую. Так ты жерлицу ставишь? Жерлицу ставишь? Так ты на жерлицу вчера поймал? Thank you.
Поехали мы на рыбалку в 2020 году. У нас вот очередной выезд. Будем мы ловить на вот такую супер снасть. На глазик самодельный. С мотылем искусственным. Посмотрим, что у нас здесь будет клевать. Итак, первый поклев 2020 года. Вот она. Так, что это у нас? Рыба. Елец. Не, чувак. Елец. Чубак, ельца. Ладно. Чебак. Ну, так клюнул, знаешь, просто дып и все. И тишина. Его потащил, уже подсек. На искусственного мормыша и без мотылку. Мы ее немного апгрейдили. Добавили туда искусственного мотыля. Сюда, еще раз. За 30 лет на зимней рыбалке второй раз. Судак, серьезная штука. Первая рыба за 30 лет, да? Да. Второй раз на зимней рыбалке. Красавчик, чего бы тебе сказать. Студент. Ёж. Пропустил. Что-то там подыбывает. Что ж там такое ловится у нас? Что ж там у нас такое поклевывает? Лед, вода, лед. Лед, вода, лед. Бесть. Ёж. Мелюзговый такой. Сейчас, если ёрш подойдет, будет один за одним идти. А? Говорю, если ёрш вот так подойдет сейчас, то поклевка за поклевкой будет только одного ёрша. Зато уха какая будет. Вкуснятина. Он еще копченый, очень вкусный. Прям, кто не пробовал, рекомендую засолить его и закоптить. Опа, есть. Ну это вообще прям вообще, ну куда это? Ну прям вообще полмизинца. Вот такой вот клюет. Моего. Вот это. Беги домой, обратно в свою стихию. Все, уплыл. Блин, такой мелюзгово, ну вообще нет смысла даже брать. Там нечего есть. Опа, иди сюда. Вот такая вот. А по новым законам отпускать надо. По новым законам мы ее отпустим. Вообще мелюзга. Все, по новому закону я отпустил ее. Самое главное на зимней рыбалке, это что? Жареное сало на костре. Вот так вот и ловим воды поверх льда. Зима в этом году не зима. У рыбы перерыв. Что у нас тут? Обед, да, по расписанию? Ты еще рыбы столько не наловил, чтобы обедать. Примерно час 10. Вот самый вкусняш на природе. Дома не так. Кто так ловит? Я. Сейчас мы, короче, будем хейтера проучивать, чтобы он не писал плохие комментарии. А? Подтяни ко мне лямочки на капюшоне. Сейчас ты узнаешь, что бывает с людьми за плохие комментарии. Я больше не буду, простите, пожалуйста. Нет, ты должен научиться на всю жизнь писать только хорошие комментарии. Простите. На этом у нас все.
рыбалка закончилась. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, комментируйте. Вот здесь вот появится ссылка на Инстаграм. Там вы можете тоже увидеть много чего интересного. Все, что касается рыбалки, все, что касается копа, приборного поиска с металлоискателем, все в Инстаграме тоже есть. Также там появляются видео, которые не вошли в основной ролик. Прикольные нарезки, прикольные моменты. До новых встреч. Всем пока-пока.